Так, ну зараз поговоримо про проблеми у відносинах України з її сусідами західними. Зокрема, видача угорських і румунських паспортів не допоможе національним меншинам інтегруватися до Євросоюзу. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, нацменшини повинні увійти до Євросоюзу разом із Україною. Послухаємо заяву очільника українського МЗС. Я вважаю, що угорській громаді шляхом видачі паспортів допомогти не вдасться. І євроінтеграцію цієї громади таким чином не досягти. Таким чином, Клімкін наголосив, Міністерство закордонних справ України не буде реагувати на нібито посягання на суверенітет країни у вигляді роздачі її громадянам в прикордонних областях паспортів сусідніх держав. Пане Андрію, а як загалом українська держава повинна реагувати на таку проблему? Ми знаємо, це вже не перший рік, коли на цьому артикулюють як і політики, так і експерти свою увагу. Міністр закордонних справ каже, що у такий спосіб Україна не буде реагувати, а у який повинна? Я не знаю, мені непонятна позиція Міністерства іноземних справ. Я думаю, что абсолютное большинство жителей Украины, граждан Украины, экспертов считают, что реакция должна быть жесткой, то есть по законодательству Украины. У нас существуют соответствующие нормативные акты, соответствующие наказания за наличие двойного, тройного, четверного гражданства или множинного громадянства, как говорят на украинском языке, за нарушение подобного законодательства. Поэтому, мне кажется, эти факты нужно... Тобто припиняти громадянство щодо тих осіб, які отримали румунські і угорські паспорти? Надо найти юридическую форму для того, чтобы людям была предоставлена возможность выбрать гражданство. Если у них уже есть 2-3 гражданства, они должны выбрать какое-то одно гражданство. И, следовательно, когда они выбрали, когда они выбирают гражданство, к ним должны принять. Я вам как адвокат это объясняю. Тут нет проблемы никакой. Они выбрали румынское гражданство, автоматически к ним применяется процедура, как к иностранцам. То есть они имеют право находиться на территории Украины, как иностранцы, имеют все права учиться и так далее. Если они выбрали украинское гражданство, они граждане Украины. Все очень просто. Все очень просто. Почему это очень важно, я объясняю. Придет время, когда Россия начнет выдавать паспорта граждан Российской Федерации на неподконтрольной части Донбасса. За 3 года Россия выдала огромное количество паспортов в Крыму. Как дальше нам действовать? Придет время, болгары начнут выдавать своим этническим болгарам, гражданам Украины, паспорта. Потом какой-то друг, поляки начнут выдавать на основании карты поляка и так далее. Дальше как действовать? Я очень серьезно могу аргументировать любому человеку, что это опасная вещь. Я слышал, я внимательно эту пресс-конференцию смотрел Климкина, внимательно слышал заявление министра иностранных дел Румынии. У нас, с нашей стороны, крайне слабая реакция. Крайне слабая реакция. Это не государственная реакция. Это реакция политической конъюнктуры, я бы сказал. Просто мы вот, подстраиваясь под Европейский Союз, закрываем глаза на такие вещи. А така реакція продиктована фактично тим, що якщо, власне, так запроваджувати більш жорсткі заходи до тих людей, які отримують там декілька паспортів, тим, що ми фактично відштовхнемо цих жителів, так, і громадян. Я думаю, опасність заключається в тому, що ми опасаємося ухудшення отношений з відповідними странами, тобто з Румунією, наприклад, там, с Болгарией так у нас сложности, больше почти с Болгарией, с Венгрией, да, с Угорщиной, и, либо с другими какими-то странами. Вот для того, чтобы не допустить этого ухудшения, наверное, мы закрываем глаза на подобные вопросы. Но я еще раз повторю, в будущем нам это очень серьезно укнется, подобные действия. Это опасно, это реально опасно. Либо надо решить проблему другим образом, просто разрешить, либерализировать множинное громадянство и все. И тогда любой гражданин сможет принимать израильское гражданство. Мы тогда не будем бегать и говорить о том, что вот у губернатора такой-то области 3 гражданства. Это очевидно назревает, и многие страны имеют такое гражданство. Но у нас пока нет ясности и консенсуса в обществе по этому вопросу. Возможно, нужно какой-то диалог общественный начать по этому вопросу для того, чтобы либерализировать. Я никогда не был сторонником множинного громадянства, двойного, тройного гражданства. Но если вот такая ситуация происходит, значит, надо подумать. Стоит ли это делать или нет. Если нет, тогда надо жесткие меры принимать и все. И запретить всем, кто бы хотел принимать 3 или 4 гражданства, гражданство других стран. Если ты гражданин Украины, действуй по законодательству Украины. Здесь все очень просто. Повертаемся все-таки до східних кордонів нашої країни.